Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина Шаховская. Сегодня я буду шить флисовый плед и украшу его машинной вышивкой. Плед у меня будет односторонний. Размер его 150 на 200. Сам плед я шить не буду, я только обработаю края. Это бюджетный способ. Что нам нужно сделать? Мне нужно отрезать вот эту кромочку некрасивую. И я хочу скруглить уголки. Складываю детальки лицом к лицу вместе две и отрезаю кромку. Теперь я беру обычную тарелку, прикладываю ее к кончику и по этой тарелке обрезаю, скругляю. Вот за эти вот выступы я особо не переживаю, потому что я еще сейчас буду обрабатывать весь плед на верлаке, чтобы все было ровненько, ножик у меня подрежет и ниточкой все обработается. Уголки я скруглила, сейчас я обработаю весь плед на верлаке нитками в тон. Получился очень ровный, красивый, аккуратный край. Хвостик, как обычно, спрячем в шовчик, чтобы он не болтался и не мешал. Хвостик я спрятала, все готово. Теперь мне нужно на пледе подготовить место под вышивку и проклеить его обычным флизелином швейным. И также приготовить небольшие кусочки ткани для аппликации. У меня будет аппликация единорожки. Вышивка планируется в середине пледа. Я просто поставлю себе здесь, оставлю иголочку. И займусь сейчас проклейкой небольших кусочков ткани под аппликации. Для цветочков я взяла велюр, а для рога у меня будет вот такой молочный флис. Приклеиваю кусочки флизелина наизнанку аккуратненько. Кусочки ткани, которые будут у меня в качестве аппликации, я приготовила. Теперь нужно проклеить сам плед, на котором будет вышивка. Общий размер вышивки 200 на 280, где-то в эти пределы. Поэтому кусок флизелина я отрежу по пяльцам. Иголку обратно я вернула в серединку, она мне понадобится для стыковки. В пяльце я заправляю отрывной флизелин для машинной вышивки. И на этом флизелине черчу две линии. По рискам ориентируюсь. Таким образом я найду серединку, от которой будет уже вышиваться сам дизайн. И мы совместим плед с этой точкой.
Берем клей быстрой фиксации, хорошо его встряхиваем и наносим на флизелин. И совмещаем плед, вот эту иголочку, которую мы ставили по центру, по линии, чтобы рисочки совпали. Аккуратненько прижимаем, клей зафиксируется. Сверху я буду использовать водорастворимую пленку. Это для того, чтобы стежки не проваливались, так как ткань все-таки ворсовая. Мне нужно к этому дизайну добавить имя ребенка. Дизайн у меня выделен. Я перехожу вместе с ним в редактор. Пяльцы выберу побольше. 200 на 280. Окей. Нажимаю кнопочку АТ. Дело в том, что шрифтов у меня довольно много, они лежат вот в папочке фонд, но они не подгружаются сразу же, просто программа весит понемногу, если их сразу подгружать. Я нажимаю на лупу и какое-то время жду, когда загрузятся все мои шрифты. Я ищу шрифт с красивой завитушкой на заглавной букве. Шрифты подгрузились. Их можно увидеть. Видите, как их много. К этому единорогу мне нужно подобрать Викторию. Виктория. В принципе, даже этот шрифт очень красивый. Я готова вышивать. Начну я с того, что отстрочу рамочку. Зафиксирую все слои ткани и водорастворимку. После того, как вышили рамку, начинаю вышивать. Смотрите, чтобы детали пледа не попали у вас ни под каретку, ни под иглу. Так как ткани очень много, она сильно мешает. Лучше не отходить от вышивки. Отстрочился контур рога, можно вернуться обратно. Уже конкретно в это место я приложу ткань и пришью уже рог. Теперь нужно аккуратно подрезать излишки, дальше также будут пришиваться цветочки, ну и по порядку пойдем всю остальную вышивку вышивать. Вышивка закончена, теперь нам нужно убрать мелкие протяжки, которые остались, удалить водорастворимый стабилизатор и почистить изнанку.
Ну что, протяжки я убрала, изнанку почистила максимально возможно. Сейчас я удалю мелкие остатки водорастворимки, которые между буковками где-нибудь, вот между веточками остались. Намочила обычную ткань. Я уже показывала в предыдущих видео, как это делается. И утюгом сейчас сверху погладим, все уберем. Девчонки, плед готов. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под видео на моем канале. Всем пока, спасибо, что посмотрели. Не забудьте на меня подписаться.